Здравствуйте, уважаемые подписчики. Вот мне люди говорят про какой-то новый закон. Я про него читал, но, извините, это полный бред. Он был издан от 1 июня 2021 года. Эвакуация граждан РФ куда-то там по отдельности от детей. Это, ну, извините меня, это полный бред. Что, мол, там говорят, что ставят вышки вот эти, которые гудеть должны в крайнем случае ЧС. А потом, что у нас еще, что будут какие-то бункеры, ну, люди, я читаю, там вообще не разберешь. Закон, я не знаю, откуда этот закон вообще взялся, и кто, это фейк полный, никакого такого закона не существует об эвакуации, тем более семей раздельно. Да, я не спорю, будут эвакуации, но если опять лесные пожары будут... Конечно, соответственно, в пожарных зонах эвакуация будет, но никто не будет разделять детей и взрослых между собой. Вот. Так что никакой вот этой эвакуации, то, что там какие-то вышки ставят там где-то, что там еще говорят, что... Ну, короче, полный бред. Нет такого закона. Это фейк. Это сейчас, может, они не пишут, но как только узнает правительство, что там написано, это фейк полный. Никто никого... эвакуировать никуда не будет. Спасибо за внимание.